Ding 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 ding. Приветики. Привет, Ириска. Ириска, ты хочешь участвовать в конкурсе? А, Ириска. Ириска, хочешь участвовать в конкурсе? Там есть конкурс на Детройт, на диск Детройт. Чтобы выиграть Детройт диск, игру, тебе нужно купить за баллы, за 1000 баллов там найди конкурс Детройт. Не нужен? Ну ладно, ну как хочешь. Топиджи, привет. Привет, Топиджи. Угадайте, сколько я уже метров над уровнем моря. Кто угадает? Девятьсот. Сейчас посмотрю. Сейчас посмотрю. У меня уже тут вообще сильно лагает. Очень. Вообще, вот видите, даже долго не ставится. Да, жутко. Семьсот девяносто один метр над уровнем моря. Обалдеть. Вон. Аврора там, а я тут. Очень сильно лагает. Я хочу побить рекорд Гиннесса. Может даже не побью. Хотя постараюсь сделать. Вдруг
у меня будет рекорд, там, все такое. Если даже кто-то делал до меня. Какой рекорд? Я даже не знаю, есть ли рекорд. Я даже не знаю, есть ли такой рекорд. Честно говоря, Ириска. Я даже не знаю. Рекорда нет, значит, я первый, кто это сделает. Значит, я первый, кто это сделает. Это морально насилие смотреть на такие лаги. Ну что поделаешь ради рекорда? Морико. Это моя цель. Добраться до самого верха. Это моя цель. Примерно целую минуту. Агрессивно нажатие на кнопку. Смысла нет, он несколько раз нажимать. Лучше нажать и удерживать. Так будет лучше. Очень сильно лагает. После этого нужно будет проверить своего колиста. Фундамент, только фундамент так сильно лагает. Я не знаю, почему он так лагает. Надеюсь, игра не вылетит. Как думаете, до скольки метров я смогу добраться? У меня уже 819 метров. Как думаете, сколько метров я могу пройти, достроиться в высоту? До 1000? Почему до 1000? Это потолок или нет? 1000 тут потолок получается или нет?
Ты можешь пройти, ну, где-то 8000. Охренеть. До того сотина, пока игра не вылетает. Посмотрим. Это будет рекорд. Такого никто еще до меня не делал. Я буду первым. Я первый есть. Я есть первый. Катане сос... Катао... Сосао... Сосае... Пока... Пока, Максимка. Время первых. Да, долго. Это жутко, еще сильнее стало лагать, даже не нажимается ничего. Би-би шарк. Даже не нажимается уже, прикиньте. Хэнгри Паймон. Обалдеть. Может, есть другую что-нибудь поставить можно? Как думаете? О май гад. Энги. Энги Пайман. Angry. Hungry. Hungry Пайман. Пайман. Скоро Аврора будет такой крошечной. Маленькой, малюсенькой. Ее вообще не будет видно скоро. Облака, белогривые лошадки. Облака, что ж вы мчитесь без оглядки? Вы мчите... Что-то там, кто помнит песню? С такими лагами не скоро. Да. 833. Облака, белогривые лошадки. Облака, что ж вы мчитесь без оглядки? Ничего нету.
Все для тебя, рассветы и закаты. Для тебя моря и океаны, облака. Ужасно. Сохранить. Кто хочет заказать песню, там есть награда специальная. Заказ песен. Можете подпевать вместе со мной, если хотите. Любую песню, только не матершинную. Материться это плохо. В общественном месте. Обычно я матерюсь, когда я агрессирую или когда я один сам с собой, когда разговариваю, тогда я матерюсь. Облака. Кабачки или персики? Кабачки. Полезнее кабачки. Ну, персики тоже полезные. Кабачки. Кабачки вкуснее. Кабачковая икра. Тебе нравится кабачковая икра? Я ни разу не пробовал. Вот это очень вкусно. Это очень вкусно. Усиление корпуса. Так тоже тормозит. Так тоже тормозит. Да, это жутко. Морику это жутко. Вообще.
Как вы думаете, в отметке 1000, наверное, вообще невозможно уже будет в отметке. Сабнафтика не выдерживает. Ты прав. Кошки или собаки? Этот закат для Топиджи. Топиджи, этот закат для тебя. Ну все, темно теперь. Наверное, собачки. Так, спать. Если бы ты был геем, какие бы тебе нравились парни? Не знаю, я об этом не думал. Не знаю. Никакие. Я бы не был геем. Топиджи. Я бы не был геем. Мне кажется, это какая-то болезнь.
психологическая болезнь, когда мужику нравится мужик, там, не знаю. Не знаю, чем это связано. Он какой-то психически нездоровый, раз ему мужик нравится, допустим. Как вообще может нравиться мужику другой мужик? Ладно, понимаю, там хороший друг, там прям надежный, верный друг, который всегда поддержит и никогда не предает, там никогда не говорит там про тебя плохого слова, там вот это вот я могу понять, вот за это можно любить там и уважать. А то, что что-то большее, не знаю. Если бы я был геем, я бы не был геем, да. Если я был бы геем, я бы не был геем, вот и все. Топиджи, тебе ответ мой. А тебе топиджи, что нравятся мальчики? Или мужчины? Тебе нравится мужской пол? Если даже ты сам мужик. Девушки, конечно. А почему тебе нравятся, не нравятся мужчины? Почему, чем тебе не нравится мужик? Мужчины волосатые, здоровые, провонявшие потом, машинным маслом, соляркой, там, бензином. А бесполые люди. Тебе понравился бы мужчина? Такой здоровый, накачанный, волосатый такой. Что-то лагает. Очень сильно. Скорее всего, нет. Ну ладно. А тебе какие нравятся девушки? По внешней или по характеру? По характеру больше нравится. Какую девушку? О какой девушке ты мечтаешь? О фигуристой там? Или чтобы была очень красивая на лицо? Или чтобы у нее был характер такой, какой ты хочешь? По каким критериям ты оцениваешь девушек? Ну, какие тебе нравятся? Приведи там пример, что ли. Вот, допустим, по внешности, по лицу похожую на какую актрису там из мировых звезд. Ты будто расстроился от моего ответа. Нет, я не расстроился.
Может, тебе нравится какая-нибудь актриса, там, голливудская, там, или из твоей, там, страны актер, актрисы? Есть ли такие? Не знаю просто. Сложно. Сколько уже метров сейчас посмотрю. Отлагает, посмотрю. Но так я не могу посмотреть. У меня залагало. Дольше обычного. А вот насчет парней ты быстро ответил. Что-то тут не так, да? Да, Марика? Что-то тут не так. Хватит бить рекорда, которого нет. Ну, значит, будет. Я, значит, первый, кто поставит этот рекорд. Обалдеть, как долго. Сколько? 875. Еще до 1000 чуть-чуть осталось. Ты же рекорд поставил. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ничего не стоит. Ну, для кого-то может нет, а вот для меня это рекорд. Это, как получается, удовлетворение самого своих там, не знаю. Это для себя. Это считайте, что это рекорд для себя. Так ответь на вопрос девушки такие, как ты. Девушки такие, как ты, Наиль? Значит, все же парни, да. Что поделать? Ну, как хочешь, топить же. Как хочешь. Но я свою попку тебе не дам. Так уж прости, моя попка не для тебя. Она для Макса. Хотя ему не все там можно. По характеру я очень строгий и злой. Топиджи. Я очень злой и строгий человек на самом-то деле. Это я просто за стримом, за играми я могу расслабиться. Тебя очков раздолбали. А я думал, ты будешь моим первым, Макс. Ну, как хочешь, тогда не дам тебе. Даже потрогать не дам. Тебе каждый день африканец тарабанит. Откуда ты все это знаешь? Скажи, я же вроде нигде об этом не рассказывал, нигде не говорил об этом. А ты столько уже знаешь обо мне, Макс. Очень интересный стрим у тебя. Спасибо, Топич. Мне очень приятно.
от тебя это узнать. Ты такой милый и ласковый. Жаль, что ты далеко от меня. Я бы тебя обнял, сказал. Ты самый хороший зритель. Топиджи. Топиджи, тебе интересны не стримы Наиль, а Наиль. Да. Кстати, Наиль сегодня в Warzone играл. Да, я зашел туда. Ничего так хорошо, залетало хедшоты. Вообще нормально. Мне кажется, или что-то сделали с Варзоном, то, что он перестал лагать и тупить, я не знаю. Вот я сейчас заходил, играл, надо его открывать, хотя нафиг он нужен. Я что-то его нашел, пострелял, что-то оно особо так не убивает. Херня, короче. Мне кажется, даже... Ну, просто у него отдачи нет. Я думаю, даже ППШ лучше будет, чем вот этот Скорпион, который добавили. Хотя хрен знает. Хотя зачем Скорпион, который работает по средним дистанциям, если есть там автоматы, которые можно использовать на средней и на дальней дистанции. А вот этот Скорпион, он как пистолет-пулемет идет, он только на ближнее должен работать и чуть-чуть на среднюю. А вот автоматы, он на фул средней дистанции и на средней дальней дистанции. Средний работает по дальним дистанциям. ППШ лучший ствол. У ППШ лучший ствол, по-моему, сейчас последний, самый последний. Не знаю, я давно уже гайды не смотрю. И характеристики не чекаю уже. По-моему, сам последний ствол у него норм. Ну, надо смотреть по скорости пули, а не по дальности поражения, на самом-то деле. А для вас я никто. Как и вы для меня. Я плюю на закон. Вы меня в лагеря. Да, лагает страшно, конечно. Ужасно лагает. Сохранить. Ужас. Ужасно лагает. Сколько уже? 903 метра. Уже чуть-чуть, еще 100 и будет 1000. Еще 100 и будет 1000. Обалдеть.
Газированную или минеральную? У нас в районе есть минеральная вода, газированная минеральная вода. Получается, это как бы курортная зона. И там текут соленая река текет, прикиньте. Соль. Там река и соль, и там соленая вода. Она холодная, она соленая. Я один раз там купался, мне в нос залило соленую воду. Я тогда охренел. У меня вот сейчас даже появилось это ощущение соли в носу. Блин. Я тогда охренел, я чуть не сдох там. Так что это вообще ужасно было, помню. И вот там оттуда делают минерально газированную воду. Вот. И вот эта вода, по-моему, тоже вытекает из недр земли. Я точно не могу сказать. Почекайте там Красноусольск. Курорт Красноусольск, там не знаю. Почекайте. Желаю тебе испытать это еще раз. Спасибо большое. Это была бы самая глупая смерть. Да, это было ужасно. Но тогда я просто мелкий был. И мне так показалось, то, что это очень ужасно. Просто я тогда мелкий был. Поэтому, может, так. Попробуй спуститься на лифте? Нет. Я не хочу. Потому что я сейчас... Если я сейчас поставлю блок, то все. Его никак не уже не убрать. Так что прямой отсек нельзя ставить. Только вертикальный соединитель. Этот закат я посвящаю моему Максику. Максик, этот закат для тебя. Этот закат для тебя, Максик. Ну что же, хватит? Нет. Уже 910 метров, ты что? Буду и ночью строить его. Буду и ночью его строить. Что будешь строить до 8000, да? Это будет рекордом, рекорды Гиннесса. Я поставлю рекорд. Во мне будут слагаться легенды обо мне. Наган построил там лифт высотой 8000 метров. Ты ёбнешься, да. Я понимаю. Я думаю, это того стоит, да? Кто меня поддерживает? Кто хочет, чтобы я построил самый высокий в мире сабнафтики лифт? Кто поддерживает мои труды, ребятки? Морико, спасибо, то, что поддерживаешь мои страдания, так сказать, мою цель. И Топиджи, спасибо тебе
за поддержку. Ваша поддержка для меня бесценна на самом деле. Оливка, привет. Да, плохо. Оливка, иди, я починил тебе покупку, этот билет на конкурс, участие в конкурсе. Так что ты тоже можешь участвовать. Хотя билетик купил, да. Конкурс будет в субботу вечером. Ты поддерживаешь меня, Макс? Спасибо тебе, Макс, за поддержку. Да, это жестко. Что ты кушаешь? Я рассасывал во рту леденец, конфетку. Ой, да, я поиграю, как обычно, я оттяну возможность стать модеробусом. Модеробус. Так ты же все равно редко бываешь, Оливка. А мне нужен модератор, постоянно присутствующий, понимаешь? Кстати, мне сегодня Ксюша написала. Она сказала, что ей было плохо, она была в больнице все это время. Кто знает Ксюшу? Кто знает Ксюху? Оказывается, ей было плохо. Сестра Ксюха. Но она живет не в Литве. Пока что я приеду на всех стримах. Ну хорошо, как хочешь, Оливка. Как хочешь. Ксюша, 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 девушка из плюшек. Прикольное имя Ксюша, мне нравится. Ксюша, 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 девушка из плюшек. 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 Чем популярное имя. В Литве, в Латвии очень, наверное, много русскоговорящих людей, да? Русских, русскоговорящих. Гей-щит инфаркт. Достаточно. Там не девочки и не девушка поется, а юбочка есть.
Вот я не прав, оказывается. Гей-щит. Вы что, не хотите, чтобы я осуществил свою цель? Вы хотите, чтобы я отдался Геншину Импакту? Вы не хотите, чтобы я... О, рассвет. Этот рассвет я посвящаю Оливке. Оливка, этот рассвет для тебя. Двадцать пять стримов. Ну все, я продолжаю дальше работать. Извините, ребятки, но у меня работа. Оливка, у меня цель поставить рекорд. Понимаешь, мне есть цель. Я хочу поставить рекорд в этой игре. Чё, чат так тормозит? Потому что игра тормозит. У меня, наверное, сейчас консоль сгорит хером. Она сейчас наберет скорость вентилятора и сгорит. Ну или строитель, да. Не, на самом деле у меня образование это строительное. Я это строитель на самом-то деле. По образованию. Мне нравится моя профессия. Ну, как сказать, нравилось, нравится, нравилось. Но я уже не могу работать. Наэль Каменчик работает 3 дня без зарплаты. Да. МС Пох. На самом деле, Макс, ты угадал. У меня профессия каменщик, я каменщик. Ты прикинь, как ты угадал. У меня это профессия каменщик. Сабнафтику. Ой, Сабнафтику. Весенний лес. МС. Только одну. Только одну песню и все. А ты сначала закажи. Ты же не заказал. Ты же песню не заказал. А так нечестно. Каменщик работает 3 дня без зарплаты. А так там спеть написано, а не включить. Ну какая разница? Я буду подпевать и включать и подпевать. Ты главное заказывай, да, заказывайте, заказывайте песни в моем исполнении. Большая разница. Какая разница? Большая разница, когда мужик в семье, голова. Большая разница. Кто смотрел передачу? Большая разница. Банька, парилка, ёбла, горилка.
сказать песню, байк, парилка, еблей, горилка. Я смотрел передачу «Большая разница». Так я тоже смотрел. МС Пох. А сейчас, погоди. У меня же интернет низкоскоростной. Чолик, что такое? После бани я иду ебаться. Подпевай. Дома скуха. Варилка, ебаный горилка. Он расколбас. Ванька парилка. Банька парилка, ёбла горилка. Как вы угадали, что у меня на футболке написано? В смысле, подпевая мышь? Банька парилка, ёбла горилка. Водка и пивас, полный расколбас. Эй, здорово, Эмс Пол здесь, да? Эй, здорово. Слушайте мои треки. Слушайте этот трек. Качайте телами так, да? Челки, мужики, вот не сдави бачки. У меня на футболке написано: попробуй меня наебать, а я выебу твою мать. Крадется? Кто крадется? Что-то вообще не нажимается уже. Уже вообще не нажимается. Конкретно зависло. Мышь крадется. О. $945. Включать весенний лес. Ай. Ты в курсе, что меня могут за такое забанить? А если он заявит на авторские права, то меня забанят. Ты хочешь, чтобы меня забанили? А? Hungry, Пайман. Hungry. А, Макс, ты хочешь, чтобы меня забанили? Я даже чат нормально не могу. Не заявит, он сдох уже, наверное. Здорово, чуваки. Нейлган здесь. Сейчас буду читать рэп. МС Поха.
значит у тебя крепкий организм. Любят взрослые и дети подрочить сосиски эти. Как прекрасно вечерком посмотреть хардкор мельком. Открывается ширинка, представляется Иринка. Вверх, вниз, сперма льется в Ну, похоже, Макс дрочит под эту песню всегда, да, Макс? Ты под эту песню всегда дрочишь, а? Ты плейлист включил, да. Набрал MC Пох. Все, хватит с этим. Тебе самому не стыдно такое слушать, а? Пускай плейлист играет. Нет, хватит. Мне противно такое слушать на самом деле. Ты балдежный рэпер, чего ты тут стыдно? Может для тебя, но не для всех. Может для тебя, но не для всех. Кончево. И ты же в такт. Включи свою песню любимую. Я решил попробовать скачать. Я решил попробовать скачать Венти так, чтобы он заряженной стрельбы побольше наносил. Так у тебя есть Венти, Оливка. Зачем тебе тогда Аяка, если у тебя есть Венти? Good idea. Девять вкачать. Сейчас я подойду, мне нужно укольчик сделать.
Все равно, что спросить, зачем тебе штаны, если есть колбаса. Венти саппорта нема, а я как Крио ДПС. Крио ДПС. Она что, в ментовке работает? Какое у нее звание? Она ДПСник, что ли, охренеть? Зачем тогда будешь качать вентили, чтобы он с холды больше наносил, если он саппорт? Я же сказал, просто попробовать решил. Понял? Ты меня понял? А я как же ДПСник. А я как генерал. Да охренеть, блин. А дед тогда кто? Генерал. Генералиссимус. А, он же на пенсии. Где-то же на пенсии все-таки как-никак. Дед хуй нам, блядь. Понял? Понял. Самый главный хейтер. Это Макс. Хейтер. Можно переименовать без согласия ник участника в чате, интересно. Хочу Макса переименовать за хейтер, назвать его хейтером, главным хейтером. Голые тёлки и мужики, холодной водой большие бочки. Макс хейтер. Пишем хэштег Макс хейтер. Макс хейтер. Макс хейтер еще так звучит классно. Макс хейтер. Макс хейтер. Макс хейтер. Макс хейтер. Макс хейтер. Классно звучит. Макс хейтер. Макс хейтер. Макс хейтер. Хейтер Макс. Голые тёлки и мужики. Макс модер. Макс хейтер модер. Макс модер хейтер. Девятьсот семьдесят три, еще чуть-чуть. Макс модер хейтер. Голые тёлки и мужики. Холодной водой большие бочки. Баньк, парилка, ебли, горилка, водка и пивас, полный расколбас. Надо подучить текст песен. Я так и не могу запомнить. Я-то, блин, забываю, что вчера делал, позавчера, а ты говоришь, тут мне запомнить песню, блин. Я сегодня шансон днем слушал. Звездочка упала с неба, звезда, что не загадала, не, ну как всегда. Ты меня, конечно, не извинишь, а может все сначала, но что ты молчишь?
Звездочка, я упала. Знаю, ты чё? Хватит материться, когда у меня мам. Хорошо, не буду. Прости, Оливка, я больше не буду. Мама Оливки, простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Только не бейте Оливку, он не виноват. Спой тогда шансон. А у тебя нет наушников? Есть наушники. Звездочкой упала с неба звезда. Что не загадала? Нет, ну как всегда. Ты меня, конечно, не извинишь. А может, все сначала, но что ты молчишь? Нет, их папа на работу забрал, а потом потерял. Не все такие богатые, как ты, да. Вроде вот слушаешь, да, песню, а слова толком не можешь запомнить, забывается. Почему-то быстро. Там, куда, браток, с тобой мы едем, там вообще природа от Христа. А дальше вот не помню. Мне нужен компьютер хороший. Сочувствую. Не расстраивайся, Оливка. Оливка, не расстраивайся. Включить бутырку. В уголке икона мать платочки снова на колени встанет и начнет. На лице улыбки моя мама не знает мальчиков с именем Оливка. Меня же по-другому зовут. Так я-то не знаю. Оливка так Оливка. Я же не знаю. Пипец, жестко тормозит. Все родные, все равны пред Богом, пред иконою. Кто войной повязан или зоною? И сердце горькие у русских матерей. Флофси, кстати, знает, как меня зовут. Флофси все про всех знает. Даже я не знаю. Она все про всех знает. Типичная девушка. Чё? У меня потом спросить. А зачем мне у нее потом спрашивать, если ты сейчас можешь сказать? А зачем мне у нее потом спрашивать? Если ты сейчас можешь всем сейчас представиться, как тебя зовут, сколько тебе лет, откуда, где живешь, какой пароль от карточки. Ой, не то. Это не надо. Золоткая упала с неба звезда. Что? Так, этот закат я посвящаю Морику. Морику, этот закат для тебя. Флосси тоже меня нет. А я-ка не поделился. Эх, что ж поделать. Морико, этот закат я посвящаю тебе.
Все равны пред Богом, пред иконою. Кто войной повязан или зоною, и сердца горькие у русских матерей, за всех, кто ждет домой своих детей. Все, ночь. Темная ночь. 987 метров. Закаты для всех за счет моей. Да, за счет моих нервов, так сказать. И слезы горькие у русских матерей, и всех, кто ждет домой своих детей. Все равны пред Богом, пред иконою, кто войной повязан или зоною. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знает седая ночь, ты все мои тайны. Кому нравится шансон? Алхимик, привет. Милашка, алхимик, привет. Почему у тебя розовый ник? Тот самый алхимик, да. Походу, да, тот самый. Тот самый. Оливка помнит. Сейчас начнется в чате срач. Мне нравится. Максу нравится шансон. Мне тоже нравится. Я слышал много легенд о нем. Много легенд. Легенд. Алхимик, да ты популярный, блин, смотри-ка. Обалдеть. Блин, я теперь не должен быть розовый. Теперь зеленый. Наиль, ты чё проронил пароль от моей карты? Я не говорил. Я не говорил пароль от твоей карты никому. Все равны пред Богом, пред иконою, кто войной повязан или зоною, и слезы горькие у русских матерей, и всех, кто ждет домой своих детей. Я просто завела второй ак. Алхимик у нас завела второй ак. Что-то непонятно ни хрена. А я говорил в чате. Да ладно, серьезно? Обалдеть. Алхимик-то у нас, оказывается, завела, а не завел. Обалдеть. Да, девушки, это страшная сила. На самом деле. Девчонки, это как море. Они не подвластны, их никто не может укротить. Очень страшная сила. По ХД ничего не напоминает? Нет. Наверное, я туповатый чуть-чуть. ХД. По ХД ничего не напоминает? Нет. Алхимик шифруется, делает вид, что он Яна. Да хуй пойми, конечно, на самом деле, но мне похуй. Кто есть кто? Вообще непонятно. Так и есть она. Алхимик Яна. Ну ладно. Я все равно буду обращаться ко всем по нику. Если ник звучит на мужском роде, я буду обращаться в мужском роде.
А если ник звучит в женском роде, я буду обращаться в женском. Вот и все. Там 20, 250, 2500 рублей. Обалдеть. Вот ты богатый. Ты самый богатый из всех нас. Оливка. Вот теперь он меня пытается запутать. Хе-хе-хе. Кручу-верчу, запутать хочу. Нахуй ты мы карты не знаем. Да, кстати. И слезы горькие у русских матерей. Для всех, кто ждет домой своих. Наиль, зачем тебе пароль Оливки? Да мне не нужен. Мне не нужен его пароль от его сердца. Я его и без этого очень люблю. Да, Оливка. Нам на школу государство дало по 10 рублей на ребенка. Такой богатый. Я 7500 на одежду пустил, остальное задоначил Кеншин. Яна. Яна, Яна. На шикарных машинах, Яна. Что-то там я забыл. О, кто-то ко мне подписался. Алхимик ХД отслеживает вас. Спасибо. Банька, полилка, ёбла, горилка. Кстати, кто знает настоящий ник алхимика? Настоящий ник? В смысле? Они на таких уж шикарных. Ну, не знаю. Мне не нравится одна песня. Я забыл, кто поет. Там написано. Вот там поется: я на шикарных машинах. Я на... Этот рассвет я посвящаю алхимику. Алхимик, этот рассвет для тебя. Золотка и упала с неба звезда. Что ж, не загадала? Нет, ну как всегда. Ты меня, конечно, не извинишь. А может, все сначала, ну что ты молчишь? А я еще неизвестен. У меня подозрение, что это Рил Яна. Не знаю, на самом деле. Не, не знаю. Все может быть. Давайте будем относиться к этому так, как есть. Алхимик — это алхимик. Яна — это Яна. Главное, Яночка с нами.
Или алхимик с нами, так сказать. Алхимик. Здесь все по-другому, чем в индийских фильмах. Индийские фильмы. Тут у нас тайны. Свои тайны. Случайный вопрос. Алхимик, я тебя ни в чем не подозреваю. Ни в чем. Я даже рад то, что ты с нами. Вот так вот. Или хорошо пиздишь. За уткой упала с неба звезда. Короче, это не алхимик, а пузер, понятно. Как хочешь. О, ребята, есть 1015 метров. Обалдеть, 1015 метров. Надо сделать вот так. Листья не такие. Я сейчас к алхимику обижусь. Не уходи. Пожалуйста, не надо. Останься с нами. Я без тебя буду скучать. Прям как Наиль Ксенпай. Я кулёнок тоже... Коленок тоже я, малыш. Чё-то мне не ставится, это ерунда. На алькун не глупый. У вас модер не очень. Натуральный блондин, но всю страну такой один. Натуральный блондин, на всю страну такой один. Натуральный блондин на всю страну такой один. Тысяча 9 метров. Ты
Тысяча метров, ребятки. Тысяча метров. У вас модерн не очень, блондин. Он натуральный. Натурпродукт. Теперь давай на 2000, хорошо? Как скажешь? Как скажешь, алхимик? Натуральный блондин. Короче, я подпрягу алхимика, чтобы, ну, постараюсь, по крайней мере. Смысл? Алхимик же с нами. Алхимик же и так с нами. Нужно это праздновать съешь себе кусочек тортика, она же 1000 метров. Наэль не пьет сок, и он натуральный. Натуральный блондин. На всю страну такой один. Я забыл опять слова. Почему я все забываю? Кто хочет, чтобы я сочинил песню и спел? Кто хочет? Или вы хотите принять участие в написании песни? Кто хочет принять участие в написании песни? Лето 939, привет. Лето. Лето. Это лето. Морико. Как грудь и губы инстасамки. Прекрасная идея, но участвовать сложно. Почему? Достаточно лишь в Дискорде написать текст, и можно это все соединить в один, а я придумаю мелодию, музыку и буду читать, потом сделаю что-нибудь, рендер. О, это ты? Кто? О, это я. Да, это я. Лето 939, Морико твой знакомый. А, Морико ваш знакомый. Как трек будет называться? Не знаю, вместе. Придумаем вместе какое-нибудь название и назовем. Название в конце придумаем. Чё? Это тот самый? Да, да, вообще, да, кто такой? Джаред Лето, что ли? Да ладно, серьезно? Это Джаред Лето? Натуральный Джаред Лето. Лето 939 года. Самое жаркое лето в истории человечества. Да, страшные лаги. Натуральный блин на всю страну такой один.
Вспомнить бы еще слова этой песни было бы куда лучше. А ты вроде бы на первом стриме Наиля. Получается так. Он новичок. Похоже, он отслеживает, да? А нет. Или да, или нет. Походу, нет, меня не показывает. Лето, ты отслеживаешь канал? Лето 939, спасибо за отслеживание канала. И всем ребятам спасибо, что смотрите меня. Смотрите мои стримы. Общаетесь в чате. Спасибо за лайки в Ютубе, кто лайкает мои видео. Спасибо за комментарии. Спасибо за донат. Благодарю. Нюхай Бебру, Наиль, спасибо. Спасибо за Нюхай Бебру, Макс. Мне очень приятно. Спасибо огромное. Команда полностью собрана. Какая команда? Команда хейтеров. Вы собрались меня хейтить? Верю всяким нам, что он алхимик. Хорошо. Как скажете? Как там? Как там Лепис Трубецкой поет? Войны света, войны... Нет, не то. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Body Art Manager Карл Маркс. Мое лицо подобно... Что-то там я забыл уже с текста. Охренеть. Сейчас я заманю еще побольше людей. Не надо. Зачем? Для чего? Вы понимаете, если я не интересен кому-то, смысл там что-то заманивать? Мы станем целым кланом. Для чего? Вы понимаете то, что нужен интерес, чтобы... Но потом нас кто-то вырежет. В смысле? Ты о чем? Гаремом, гаремом, Наиль. Я хочу гарем. Тяночек. Лоли. Необычных взрослых тяночек. Хочу жить припеваючи. Хочу быть в мире одним мужчиной. И чтобы все женщины мира благотворили меня. Я был бы для них богом. Они мне... Женщины бы мне прислуживали, потому что я один мужчина на земле. Я бы оплодотворял каждую самую классную, самую умную женщину. У женщин. Я был бы для них богом. А у тебя будет гарем из горячих мужских, мужицких, как сказать, пацанов. Нахуй им твоя чтобы было. Еще кто-то подписался, что ли? А, это лето. 469 подписчиков. Еще 31. Так, 80-90. Еще 30 подписчиков и будет юбилей, считайте. 500 подфолловеров. Обалдеть. Полгода назад у меня не было ни одного фолловера. Прошло буквально чуть больше, может даже больше. 6 месяцев у меня уже почти 500 фолловеров. Обалдеть. Вот это да.
Я никогда не думал об этом. То, что я могу. То, что у меня такое получится. Это же охренеть. Мне слезы из глаз текут. Да что, я не плачу. Нет, я не плачу. Потому что я мужчина. Я мужик. Мужики не плачут. Наиль, ты растешь. Спасибо. Расту не только я. Но и вы со мной. Вместе мы растем. Одной дружной семьей. Кто-то сказал семья. О, Доминик Торетто. Семья это самое главное. Да, Доминик Торетто. Я скоро покину стрим, Нейли Кун. Как хочешь. Топить же мы будем скучать по тебе. Долго не уходи. Не уходи от нас надолго. Капитал. Кольщик, накали мне купола. Рядом чудотворный крест с иконами, чтобы играли там колокола с переливами и перезвонами. Накали алеющий закат роза колючих. Что-то там забыл. Наль, включи свою любимую песню. Мою любимую песню. Мою любимую песню. Мне их несколько. Есть веселая, есть такая средняя и есть грустная. Какую включить для начала? Да та твою любимую песню. Снова оседая ночь. Нет. Реклама. Моя любимая песня. О, сидается, да, ситаю. Блять, у меня зависла. Охуеть. Угу. Да, ты ёбнулся. Лица на добиду ё. Сито. Обиду на сити.
Не, я не сказал. Не, я сказал, что это веселая. Это моя любимая веселая песня. Что вам не нравится? Вот вам не угодишь. Вот сейчас поставлю грустную. А нет, сначала поставлю среднюю. Где она сейчас? Вот. Ты не говорил, что она веселая? Она веселая. Вы не понимаете. Вы ничего не понимаете. Кольщик, наколи мне купола. Рядом чудотворный крест с иконами, чтобы играли там колокола. С переливами и перезвонами. На каменном ручье. По воде. Струйкой тонкою. Теперь грустную? Окей. Если она есть. Если она есть. И только ночь, подруга вечная моя. Чё-то... Издалека все время дышу, пока он не чернусь. Пока топи джи. Топи джи пока. Короче, в жопу грустной песни. Мне же грустной песни не нравится. Так. Я ждал песни, на разрыва воспитала мама хулигана. Я был примерный мальчик. Я примерный мальчик, понял. Я не хулиган. Я пример. Я не пью, не курю. Я очень воспитанный и примерный мальчик. Понял ты, хуйло. Да блин, зависло уже под конец вообще конкретно. Угадайте, откуда песня. Точнее, мелодия, кто угадает.
Настюша, Настюш, привет. Fortnite, у меня есть Fortnite. У меня есть Fortnite. Сыграем прям. Ничего себе. У меня есть Fortnite, только я в него не играю. Ну там интересно, хоть и рыбалка есть. Больше там ничего не интересно. Если только выходные сыграть в Fortnite. Настюша, смотри, у меня же 1064 метра, я над уровнем моря. Ну вот это Fortnite сыграем. Так я не умею в Fortnite играть. Ты чё, дядя? Ты же меня там порвёшь по-любому. Настюша, смотри, я уже насколько высоко уже. Обалдеть, да? Ты удивлена? 1064 метра. Обалдеть. 1064 метра. Наэль, ты профи решила раскатать нобы, чтобы самому утвердиться. А вдруг я не ноб, как ты думаешь? А вдруг я надеру твою розовенькую маленькую попку? Откуда тебе знать? Покажу тебе настоящий скилл, так сказать, скилл. Я по небу бледно-синему улетал, и тебя я наконец-то отыскал. Ты на мельком-мелком облаке плыла, ты сказала мне, я так тебя ждала. Ведь я не вижу ничего. Ну тогда раскатай скалу игрока, мне без. Ну посмотрим, посмотрим. Скай, 4 янфея выпила, да ладно. 4 янфея выпало, обалдеть. Вот тебе повезло. 4 консты. Почему он, а не я? Надо мной Михаил играет. Настюша. Янфей самый лучший дамагер. Тем более 4 звезды. Это же офигеть, как тебе повезло. Я тебе сейчас завидую. Если бы ты понимала, как я тебе сейчас завидую. Обалдеть. Вот это да. Настюша, этот закат я посвящаю тебе. Этот закат для тебя. Настюша, слышишь, этот закат для тебя. Мне просто нитку нужна. Понимаю. Эх, мне бы 4 консты на Янфэй. Вот тебе повезло, Настя. Ты бы знала, как я тебе сейчас завидую. Да, мои Янфэй уходят, как и этот закат. К сожалению. Прощай, Янфэй.
Я буду ждать твоего возвращения в баннере, чтобы выбить тебя. Я по небу бледно-синему улетал и тебя наконец-то отыскал. Ты на мельком-мелком облаке плыла и сказала мне, я так тебя ждала. Даже одноклассник выпал Нингуан на 18-м ранге. Да ладно, не расстраивайся. Настюш, не расстраивайся, она еще тебе выпадет. Так что качай инфы. У тебя есть книжка «История Додоко»? Это самая хорошая книжка для инфы. Собирай для нее артефакты на заряженные атаки. Это будет топчик. Сначала кидаешь 3 обычные атаки. Потом кидаешь заряженную атаку после заряженной атаки элементальным навыком. Урон будет офигенный. Примерно 30 тысяч урона, не считая обычных атак и элементального навыка. Урон от элементального навыка примерно может быть 30 тысяч. От заряженной атаки где-то 12 тысяч, 15. У меня есть молитва святым ветрам. Вообще круто. Блин, ты вот такая крутая, Настя. Офигеть. Тебе лишь только можно позавидовать и поддержать. Кто-то подписался. Кто-то подписался, 470 фолловеров. Молитва святым ветрам. Это легендарное оружие? Молитва святым ветрам. И вот Михаил прошу лишь Дилюка и Нингуанпы. А у меня есть лук Амонгуса. Ну ты Амонгус. Ты Макс Амонгус. Ну Лего, прикольно. Элиночка, привет. Привет, Элиночка. Привет, Эля. Привет, Эля. Ты пропустила юбилей 1000 метров. У меня уже 1000 метров, прикинь, Элечка. Нет, он 2 часа строит лифт, да я уже на 1071 метр уже поднялся. Ты прикинь.
Он 2 часа лифт строит. И буду дальше строить лифт. Кто в меня не верит, не верьте дальше в меня. Но я поставлю рекорд. Я поставлю рекорд, и вы будете моими свидетелями. Ты на мельком-мельком облаке плыла, не сказала мне, я так тебя ждала. Включи весенний лес. Можно позже, я сейчас немножко занят строительством. У меня норма в день 500 метров. 500 метров. Обалдеть. Эта нарезка, наверное, пойдет в YouTube. Ведь я не слышу ничего, лишь только ночь, подруга вечная моя. Мир полон красок, но жаль не судьба увидеть мне тебя. Включи танец злобного гения. Ты с Король и Шута, что ли? Танец злобного гения. Или этого, как я? С мультика. Или нет? С сериала, типа. Как это называется? Я забыл. А, да, из Король и Шута. О, кто-то отписался. 469 фолловеров. Да, жестко. Это жестко. Танец злобного гения. Что-то там я забыл текст. Да, жутко, конечно, лагает. Не включай пока. Но я не хотел. А я и не хотел. Кому нравится луна? Это не луна? А что это? Я пью чай. Элина, этот закат, ой, этот рассвет для... я посвящаю тебе. Элиночка.
Да, красиво. Как же все сложно. Икру, да. Люблю, а что? Нет, почему? Я тоже, кстати, не любил, когда был помладше, я тоже не очень нравился. А сейчас нравится. Ого, что это такое? Это чё? Это чё такое? Что это? Что это такое? А, это затмение, что ли? Офигеть, темно. Ничего не видно. Ну, это с возрастом. Элина, с возрастом все вкусы изменятся. То, что ты не любила, тебе будет нравиться. А что то, что не нравится, ой, то, что нравится, перестанет нравиться. Это все возрастом меняется. Так что не переживай, не расстраивайся. Сейчас приду.
Я тут. Что ты делал? Меня мамка позвала, матушка. Моя матушка меня позвала. Вот, вот я к ней сходил. It may be prudent to separate work and leisure spaces to maximize productivity. Treat this space as your home, but never forget that it is not. Может, не усовершенствовать как-то? Может, мне получше что-то придумать, как продуктивнее. Это мне надоели эти лаги уже. Я, как и ты, сознание терял. Но все же не терял надежды. Я вот, может, придумаю что-нибудь. То, что это постоянно лагает. Никак не могу нормально сделать. Лагает очень сильно. На компьютере бы, наверное, так не лагало. Компьютере, на компьютере. Я даже не знаю, что можно придумать. Я, как и ты, сознание терял, но все же не терял надежды. Макс отошел, и я скучаю по нему. Понятно. Элиночка, понятно. Не скучай. С тобой я. И еще кто-то есть. Я не знаю, конечно, кто с нами сейчас. Но я с тобой.
И может быть когда-нибудь скачаешься. Ты хочешь поиграть в Subnautica? Ты тоже хочешь поиграть в Subnautica? У тебя, наверное, должно потянуть. У тебя, наверное, компьютер мощный. С хорошими текстурами. Да, игра классная, конечно, но тут нет онлайн. Давай, Морико, до встречи. Пока, Морико. Не скучай. Лето, пока. Пока, лето. Спасибо. И с тобой было приятно познакомиться. Опять чуть-чуть затмение. Надо что-то придумать. Лето — классный ник. Да, прикольный ник. Элиночка, этот закат будет для тебя, потому что в чате больше кроме тебя никого не осталось, наверное. Кроме тебя в чате никого не осталось. Да, все ушли. Welcome aboard, Captain. Не расстраивайся, Ирина. Они еще вернутся. Ты должна понимать, у каждого свои интересы. Линочка, этот закат для тебя.
Тут все закаты одинаковые. Да, Алина. Тут все закаты и рассветы одинаковые. Все твои такие минашки, и Макс, и Морики, то бежи, и кролик. Окей, все. Ну да, я с тобой согласен. Все они милашки. Милашкусы. Милашки, милашкусы. Строить нельзя через окно. Где же твой Максим? Не знаю, пропадает где-то. Не грусти, Флов, Элиночка, он еще вернется. Не грусти. Не грусти, Элиночка, он еще вернется. Золотко и упала с неба звезда. Что не загадала? Нет, ну как всегда. Ты меня, конечно, не... Люблю лимоны? Нет, уже я уже не ем и не пью чай с лимонами. Потому что у меня изжога от лимона, от лимонной кислоты. Мне уже вредно, так сказать. У меня изжога появилась. Я тут, Эля. Твой Максим вернулся, Элечка. Твой Максим вернулся. О, привет. О, привет. О, привет. Снова привет, Эля. Настенный полк. Макс, ты любишь лимоны? А, Макс, ты любишь лимон? Большой аквариум. Перегородка. Farming alien plants is a proven survival strategy. Craig McGill survived 47 months on a healthy, raw salad of live tree roaches and stank root. Максим, этот рассвет я посвящаю тебе.
Знаешь, я строил лифт, да, я строил лифт. Это моя судьба, строить лифт. Персиковый мальчик, 8-я серия, смотреть онлайн. Приятного просмотра. Твои дети и внуки будут строить. Да, скорее всего. Они продолжат мое дело. Наверное. Мои праправнуки еще его будут строить. Не лагало бы еще. Золотка и пала с неба звезда. Что, не загадала? Нет, ну как? Ты пришла или замолчала? Она любуется тобой, понимаешь ты? Она слушает тебя, потому что ты мужчина. Понимаешь? Она слушается мужчину. А мужчина это ты. Какая под конец зависла уже. Пипец прям. Золотка и упала. С неба звезда, что не загадал, нет. Ну как всегда. Ты меня, конечно, не извини. Но может все сначала, но что ты молчишь? Водка, семечки, хорба, острые подпуски. Наверное, все правильно говорит. Элина понимает, что семье хозяин будет, глава семьи должен быть мужчина. Она понимает, что мужчина это стена, за которой можно не бояться, так сказать. И она может положиться, положить свое будущее, будущее детей только за мужчиной, который может защитить семью. Волчица и пряности. Папа, ту-ту, ту-ту, ту-ва-ва. Шагну в окно, пронесло.
Раньше нравилось. А теперь у меня совсем другие вкусы, так сказать. Вкусы и то, что нравится, с возрастом меняется, так что мне перестало просто нравиться. Мне нравится другое, чуть-чуть другая музыка. Кукла колдуна, что снова заказ. Что-то мне не показывает заказ. Ты понимаешь, что у меня чат в телефоне, и когда я выхожу с чата, то там все сбрасывается. Я сейчас не могу посмотреть. Что-то я уже устал. Через 15 минут я, наверное, офнусь. Заказ, короче. Давай последний заказ, кукла колдуна. Чё за кукла колдуна еще? Это ты колдун, что там колдуешь по-любому? Да, я спать пойду, что-то я устал. Илиночка, я устал. Если тебе хочется на людей, плотница, ты иди. Порядочный маг. Дымный влачный коридор, на цыпочках, как вор, собираюсь чуть спеша, чтобы не спугнуть. Воздух плыт уже давно, и кому не все равно, желаю. Было бы аниме по этим, да, по сюжету там песен Король и Шута. Было бы интересно, да, посмотреть. Там про лесника или ну, какие песни тебе нравятся? Мне нравится транс. Такая спокойная музыка, знаешь. Очень нравится. Это было бы самое балдежное аниме, да. Сейчас я включу один транс, который мне нравится. Не то. Например, вот такое. Морико, что делаешь, Морико?
С душицей чай пьешь? Я тоже люблю с душицей чай пить. Очень приятный, да, вкус? Морика. Стрим залагал. Она сейчас строит, да. Я уже 1120 метров над уровнем моря. А Аврора все меньше и меньше. Обалдеть. Я через 5 минут уже выключаю Морику и ложусь спать-ки. Вот так вот. Все, его потомки обречены на строительство этого лифта. Я буду первым из первых. Почекайте в Ютубе, кто-нибудь делал такое? А? Кто-нибудь в Ютубе делал такое? Ничего не будет. Я снова поднимусь. Я снова по этой шахте поднимусь наверх. Ну или потом будет забираться по лестнице еще полчаса. Да. Но я сохранюсь и могу спрыгнуть. Хотите? Я могу сохраниться и просто спрыгнуть. За сколько секунд я упаду? Сейчас, через 5 минут, под конец стрима. Это будет моим, как бы, под конец стрима я всегда буду прыгать вниз, сохраняться и прыгать. Прыгать без сохранения. Ну, смысл. У меня один будет сохранение наверху. Проверим, сколько ты заберешься. Is bread for you.
Передавайте привет Ютубу. Я залью эти 3 часа в Ютуб в качестве доказательства. Пишите привет Ютуб. Привет Ютуб. Привет Ютуб. Если в Ютубе у тебя канал. Ну и что ты сам как бы, чтобы видели, что ты тут есть, как бы. Ну так, чисто по фану. Привет, Ютуб. Ютубчане. Вдруг, допустим, кто-нибудь посмотрит, кого нет на стриме. Привет, ютубчане. А ты такой, привет, ютубчане. Привет, твича, там, все такое. Привет, твича. Ну что, сколько подо мной? 1141 метр. Я могу прыгать. Ну что, засекайте, за сколько я? Сейчас будет 59.00. Я прыгаю. Ютубчан, снусы. Здравствуйте, ютубчан. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 0. Здесь 1000. И 25 секунд. Обалдеть. 25 секунд. Двадцать пять секунд. Отсюда ничего уже не видно. Вот это хреновина. 24.46. Теперь забираться обратно. За сколько секунд я заберусь обратно. Я же устал нажимать. Вот 1000, по-моему, прошло, да? Быстро. Чух. Чух-чух. Ой. Я могу упасть на Аврору. Нет, я не упал на Аврор. 26 секунд забирался. Да, офигеть. А по этой трубе можно забраться за секунду. Прикиньте, за секунду. My life is bright. Ну что, ребятки? Я желаю вам спокойной ночи, сладких снов, вот и закат. Завтра будет днем Геншин, а я пошел спать. Завтра топит же, не опаздывай. По Москве 12 будет Геншин. Только вернулась. И что, пиши, да, ответишь.
Давайте сладких снов. Спокойной ночи. Спасибо, что вы со мной, а я с вами, что мы вместе. Давайте, пока.